Погода была ужасная, принцесса была прекрасная. А может быть, все было наоборот. Принцессу и людоеда, а также очаровательного паровозика из Ромашково придумал Генрих Сабгир, автор из Бийска. Алтайская земля богата художниками и писателями. И пусть у нас нет крупных киностудий, но таланты пробиваются и без них. Художница Евгения Октябрь, к примеру, взяла приз на международном фестивале анимации «Киноклик» из рук оскароносного мультипликатора Андрея Петрова. Работа получила высокое признание в технике «Ожившая живопись», когда мультфильм рисуется масляными красками по стеклу. Я никогда не делала мультфильмы, я никогда этому не училась, и умею только писать масляными красками масляные картины, да, обычные картины. Все было впервые для меня. И было в такой немножко пластилиновой манере, импрессионистической пластилиновой, мазками. То есть потом я уже поняла в конце вообще, как надо было бы сделать, но даже этот результат он принес, как известно, уже плоды. Плоды мультфильмов – это не только международные награды, но и радость, которую приносят мультики создателям и зрителям. Упор на эту творческую, раскрывающую личность составляющую сделали мультипликаторы из Барнаула – Антон Афанасьев и Олеся Андреевская. За время существования студии они работали с воспитанниками детских домов и ребятишками из онкоотделения. А переехав в Санкт-Петербург, продолжили работу с трудными подростками и заключенными исправительных колоний. Авторы придумывают добрые истории и даже записывают музыку. Современные технологии позволяют создать мультфильм даже дома. Нарисовать, смонтировать, добавить озвучку. Современным школьникам очень интересно это направление. Так, в студию мультипликации «Карандаши» на экскурсию и мастер-классы приходят по 300 детей за неделю каникул. В формате мастер-классов где-то около часа можно снять полноценный мультфильм. Если история очень длинная, сценарий очень длинный, придуманный детьми, то, конечно, гораздо больше времени. Родители школьников рассказывают, что после такого знакомства с анимацией дети создают дома свои истории с помощью игрушек, пластилина, рисованных персонажей. Некоторые придумывают целые сериалы. Так что интерес к мультипликации растет, как и поколение художников-аниматоров. Юлия Гадар, Вадим Быстревский. День с толком. И еще помашите.